Жень, лови легендарочку трехочковую. Смотри, как надо! Мальчишки, ну что, скоро домой? О, девчонки, привет, давайте с нами. Да легко, Динара. Да ты что гонишь? Я со школы не играла. Да мы их сейчас сделаем, пойдем. Че? Мальчик, мячик кинь. Че, да ты только борщи умеешь варить. На, покажи. Это было? Это была случайность. Мальчики, не плачьте. Что это такое? Смотрите! Дамик! Ты чего натворил? Чего? Ну подождите вы, там сиреноголовый был! Да какой сиреноголовый? Освободиться, вам нужно забить каждому трехочковому с одной попытки. Чего? Ну, сколько? А что делать? Надо играть, иначе мы отсюда не выйдем. Без промаха? Да. Ну, давайте попробуем. Поедем в деревню. Поедем, поедем. Да что такое-то? Пап, что случилось? Да не знаю, что-то машина троит. Нет. Алло, Дим. Алло. Да, блин, сел. Дамик. Дамик, дай позвонить, а то мой телефон сел.
Дамик, у тебя что, денег нету, что ли? Мама должна была утром положить. Видимо, не положила. Ладно, пойдем, вернемся потом, на буксире привезем ее. Пап, ты что, пешком мы до утра будем идти? Давай через лес напрямик пойдем, через полчаса дома будем. Какие грибы? Весна ведь на дворе. Дамик, ты чё? Пап, ты слышал это? Там кто-то ест. Да не обращай внимания, просто кто-то гуляет. Там точно кто-то ест. Дамик, ты слышишь это? Может, это диджей Music Man? Может, пошли давай скорее домой. Дамир, стой! Ты чего? Пап, это же Роксана из ФНАФ 9.